Вот этот человек, который сделал торт, который сегодня, надеюсь, все попробуют, Амрита Говинда, его зовут... Тебя зовут? Меня зовут Торшин Даниил, и мы тут открываем кафе викторианское, которое на автовокзале на Чёрсе находится. И мы вот в знак признательности тем, кто пришел, и чтобы почтить светлую память Джорджа Харрисона, мы приготовили торт, который я присоединюсь, надеемся, что все попробуют. Спасибо большое. Хари Кришна.